весна у нас. Утром фигурное катание на дорогах, вечером гребля на байдарках. Но все же такого зимой не увидишь, а значит, к нам точно пришла весна. Какой будет погода завтра, покажет только время. А сегодня прогноз на ближайшие сутки, 25 марта. Итак, в Магнитогорске в понедельник ночью и рано утром минус 6 градусов. Затем потеплее до плюс 1. Ближе к полудню еще до плюс 2. И возможны кратковременные дожди, которые продлятся до вечера, когда термометры покажут плюс 1, плюс 3. В Белорецке и Абзаково по прогнозам минус 5 ночью, днем здесь до 2 тепла, но тоже возможны осадки в виде снега с дождем. Ну а сейчас самое время рубрики «Погода от народа». В соседнем Сибае ночью минус 1 градус, днем потеплеет до 6 тепла, но будет пасмурно, а к вечеру возможен кратковременный дождь. В Челябинске минус 1 ночью и утром, днем здесь до 3 градусов тепла, но тоже возможны кратковременные дожди в течение всего дня. На этом у меня все. Я желаю вам легкого, удачного и продуктивного понедельника. Увидимся завтра.